Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Mercedes CLA 2014 года выпуска, объемом 2 литра М270-920. Пробег двигателя составляет 39 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.